Тупое животное. Вершина эволюции, бич. Ау. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и мы продолжаем с тобой играть в Алекс. И сегодня мы с тобой остановились там, где мы с тобой, собственно, как обычно остановились. Кстати, я тебе скажу на секундочку. Во-первых, здесь появился медленный поворот. Это прекрасно, но это капец как ломает мою голову, поэтому им я особо пользоваться не буду. А также скажу насчет звука. Звук я ничего особо сделать сегодня не смог, потому что сейчас нужно пойти покупать себе новый. О, типа, буду лопатой всех бахать. Отлично. О, я, по-моему, больше себя ударил. Ну-ка, подожди. Вот так вот. Хорош. Поехали. А, короче говоря, нужно взять для этого нормальную штуку, ну, а гарнитуру. А гарнитуру я не могу взять, потому что, ну, у нас как бы карантин, ты понимаешь. Поэтому, собственно, придется жить, как живется. Я понимаю, что это может быть не супер удобно, но на следующем прохождении... Наконец-то свет! Наконец-то! Бля, наверное, для всех это выглядит очень дико, знаешь. Выходит какой-нибудь мужик такой из подвала. Свет! С палкой в руках. Что там происходит? Я, если что, мирный. Но как бы посрать, я все равно вас убью. Вот. Я почему некоторые вещи, кстати говоря, не вижу? Потому что у меня заблюрено все. Мне нужно новую VR-ку покупать. Где вообще... Ё-моё, я не вижу в таком этом... Я не вижу, короче говоря, прицела того. Я вижу его только в темноте. Я выйду сейчас, пойду по жизни с такими гениями, которые у меня есть. Отлично. Гениев у меня дофига. Я один хоть кому хоть какой гений стрелять не умею. Блядь! А! Ты шо нахуй, дурачок-то, вы? Я не знаю, воевать мне с ним надо? Но я могу! Слышь, ты у меня на мошке, лошадь! Ладно, живи! Живи, как бы на тебя вообще пам-пам, одного пам-пам, второго... Я могу! Я могу! Я могу! Мне главное не выкинуться. А я могу выкинуться, кстати? О, там одному парню уже хорошо. Здорово, братишка! Тебе как? Тебе хорошо? Че делаешь? Не! Ну да, ты походу тренды Ютуба посмотрел, как бы тебе уже хорошо, я понял тебя. Я понял, кажется, почему мы в основном по темноте ходили. Ну, потому что в темноте видно нормально прицел, а без прицела не видно ничего. Ну как бы ладно, без прицела можно стрелять, но как бы без него не очень удобно. Опять же, если я пропускаю какие-то патроны, то ты на меня не кричи. А то я видел в комментариях, там вас много собралось, которые умные такие прям, все видят, все знают. А я не могу, у меня блюр не такой, как у вас. Типа, мне хуже видно. Хуже видно, перепрыгну. Хорош. Вот это я попрыгну. Так, а я могу как-нибудь одним глазом это делать, да? Наверное, могу. На самом деле. Мне надо привыкнуть. Мне надо привыкнуть. Так, что-нибудь улучшить я могу? Сколько у меня снова вообще? Стоп, у меня 0 патронов? Подожди, серьезно? У меня 0 патронов? То есть, серьезно, у меня 0 патронов, подожди. У меня 10. Ясно, у меня 0 патронов, братишка! Дружище! Нам пиздец, понимаешь? Нам с тобой пиздец! Ну, то есть, тебе-то уже... А ну, пошли на свет. Воля какой. Тебе-то уже, как бы, кранты. А вот у меня еще шансы могли бы быть. Ну, ладно, как бы не проблема. Слушай, я все это время, наверное, не в ту сторону разговаривал, да? Где я вообще? Я, мне кажется, ты разговаривал с тобой, но как бы ты был не там. Ну, в принципе. Ладно, тебе не привыкать. Ладно, погнали. О, нормально, стену засверлили. Хорошо, хорошо. О, хорошо, стену засверлили. Слушай, а там еще? Нет, там ничего нет. Я думал, может, там ребята какие-нибудь. Оп, давай, давай. Я ничего не видел. У меня есть скотч. Мужик, есть скотч? Держи, мужик, скотч. Нет! Подожди! Патроны? Патроны есть. Да как? Ой, бля! Давай сюда, ну давай! Тук-тук! Ты что, дурачок, алё? Тут никого нет, тебе показалось. Ну? А, боевая готовность. Ну это серьезно, слушай, боевая готовность. Окружаю аренду? Какую, блядь, аренду ты там окружаешь? Совсем ёбнутый, что ли? Прием, не стреляй.
Ну ладно, давай я как бы привыкну немножко. Значит, ты мне попадешь. А если там? А если? Ой, ты увернулся! А я могу это? А куда оружие? Почему? Оно мне не помешало бы. Страстно. Отстойник-то, конечно. Вообще лошара! Лошара, и ты лошара! Тот, кто умер от лошара, тот и сам лошара. Так, слушай, а я могу? Патрончиков бы мне. Слушай, у тебя патрончиков, а у тебя патрончиков, а у тебя патрончиков. Как ты без патрончиков вообще? И оружия у тебя нету, и патрончиков. А, это не то. Давай, чтобы твои друзья не видели твоего позора. Вот так вот. Отлично, отлично. О, подожди. Мне фонарик бы. А фонарик? Разве фонарик не должен в темноте включаться? Алло? Алло? Разве фонарик не должен в темноте включаться? Это ломается? Какая-то шняга, а там ничего нет. Нет, да ладно, здесь должно быть что-то. Ты что, гонишь мне? Тут должно быть что-то сейчас. Какие-нибудь смола, патроны, хер моржовый. Ладно. Ладно, нету как нету. Собственно, дверь вынесли. А, ну это, наверное, та дверь, которая там лежала. О! Вот это мы поехали, вот этот патрончики заехали, хорошо. Так, электроищение, но это обманочка, я уверен. Что по жизни? По жизни у меня все нормально, как бы, но я все равно использую эту шнягу. Она есть, ничего себе. Она есть, прикинь. Давай, подлеземся. Отлично! Вот, патрон, патрон, патрон. Дай. Вот, видишь, начал смотреть по... А ты кричал на меня, ты где вообще? Ты где? Вот. А ты кричал, что патроны не вижу. Все, я вижу, куда я иду? Ой, я обратно иду, подожди. Обратно мне не надо, тихо. Тихо, провода! Провода, подсечку мне ставят, тупые провода, тихо. Вот, все, хорошо. Погнали! С проводами неудобно. О! Вижу он Эльфел. А, это те два паренька, которые тебе скажут, да? Сюда побежал. С трубом своим. А почему они не умирают так активно? Здорово!
где мы? Ты где? Бро. А ты тут? Там? А что ты там делаешь, эй, дурачок? Так, тихо. Хорошо, вот это мы поехали. А что это у нас? Понятно. Ужай, блядь! Занято, нахуй, занято! Не мешай! Я занято, говорю. Тихо. Где? Нет, это не то, это не то, у него жизни было. Так, тихо. Патроны, куда пошли? А ну вернись. Куда? Подожди, куда? Вернись. Это что-то вы страшно делать? О, мое знание. Спрятался, сука! Ну, наконец-то! Они могут умирать, прикинь! I think that's the last of them. Gustav, we don't have much time. Ну, это было нетрудно. Народ. Ну, как бы, это вообще легко. Ох, пиздец, у меня жизни нет. Все, это было нетрудно. Что это такое? Сухой завтрак. Такой сухой, как вот они. Слушай, а тут еще патроны есть какие-нибудь? Вон еще патрончики лежат. Во, лет сколько из них патронов. Да нафиг мне это. О, кстати. Хорошо. Это тоже мне надо. Че еще есть? Блин, вот это хорошо. Слышь? Бро. Не, слушай, давай я тебя уж не буду трогать. Давай я лучше тебя трогать не буду. Ясно. Короче, ребята, как всегда. Тихо, штаны уходят. Штаны говорят, до свидания. Ладно, что у меня? По патронам? По патронам у меня все не очень хорошо. Вставили, зарядили, все готово. Так, а что там в мусорке у нас? Это сухой завтрак, это пить плохо. Пить плохо, народ. Пить нельзя. Что-то есть? Не, мусорки ничего нет. Очень жаль. О, кофеечек. А, хорошо. Хорошо с кофеечком. Здорово. С краббами тут дрались. Ну, они, короче, зомби убивали. Это я понял. Комбайны, классические комбайны. Ты где там? Ты тут. Хорошо. Что это такое? Что это там? Тихо. Да штаны, куда уходите? О, кстати, восстановление здоровья. Блин, мне не надо было, наверное, использовать сейчас этот. Не надо было мне использовать лечение. Потому что зачем лечение, если мне можно вот это использовать? Сейчас мы будем все и восстановим. Сейчас. Оп, полное, прекрасно. Все, закроем. Мы же как бы воспитанные люди, закроем. Так, подожди, а что у нас здесь? Ага, я вижу, вон там штука уже одну. Смола. Или что это? Нет, не смола, смотри-ка. А его уронить. Могу. Эх. А вот и смола, слушай. Говорил, смола есть. Я же тебе говорил, смола есть. А ты мне говорил, нет, нету. Есть смола. Если я говорю, есть, значит есть. Все, пошли. Так, теперь. А вот здесь, да? О, блин, хорош. Это патрончики для дробыша. Дробыш это нормально. Дробыш это полезно. Тут что-нибудь. Ничего нет. Хорошо, дробыш это прекрасно, потому что дробышом, походу, я их и буду больше всего убивать. There's a control station override nearby. А, рядом есть терминал управления. А, ну это хорошо. Подожди, это хорошо. Так, оно куда-нибудь еще идет? Ага, я понял. Мне, наверное, надо сюда завести, чтобы оно здесь было. Возможно, даже вот так вот. Оп. Нет. Сейчас. Вот. А, дальше вот так, наверное. Дальше, наверное, вот так вот. Я не очень знаю, что я делаю, если честно, но я что-то очевидно делаю. Куда мне это надо привести? Куда это вообще идет? Я должен по кругу провести? Подожди, я не очень понимаю, что именно я должен провернуть сейчас. Я должен соединить, наверное, вот эти вот, чтобы оно по всему прошло, да? Окей, тогда имеет смысл. Тогда мне, наверное, надо вот так вот как-то. Это вообще... Нет, это неправильно. Не-не-не, все, нормально. Смотри, вот это вот мы делаем вот сюда, вот это вот у нас работает как надо, Вот это мы делаем вот сюда, вот оно здесь есть. И вот оно, короче говоря, вот отсюда вот сюда идет, и вот отсюда вот сюда идет. Все, готово.
У тебя достаточно времени, чтобы подключить терминал. Куда? Куда подключить? Слышь? All right. I'll be able to stop the train right here. You sure you can do that? Absolutely. You just need to activate the terminal. Тебе нужно быстро активировать терминал. Then you'll need to be ready for a fight. You're not going to give up your dad easily. Опять бой, да? Но это моя любимая. В бою я мастер, все могу. Бой — это мое второе имя. Андрей Бой. Да, так меня и зовут. Андрей Бой. Мы с тобой всем дадим по ебу ногой. Это мне можно куда-нибудь пойти? Дай. Нет, не работает. Ну ладно. Ну. Что? Там музло какое-то играет. Ну, это здорово. Так, мне, наверное, туда надо. Или туда надо. Не, мне, наверное, туда надо. Вот туда, мне кажется, мне надо. Я не понимаю, почему у меня иногда прицела нет. Мне кажется, что проблема у меня в этом. Проблема у меня в правильной настройке. Это что такое? А я могу потянуть? А я могу. Ого. Подожди. Ну, скорее всего, кто-то куда-то будет ехать, и я этого кто-то куда-то вот сюда вот возьму. Это мое, это мне понадобится. По-любому, сейчас туда какой-нибудь поезд будет поездыхать, и я, короче говоря, подойду, такой... И все, как бы оно приедет, оно отъедет, оно подъедет, проедет, заедет, воедет, и все будет отлично. Кирпичи. Ну, как бы здесь довольно прикольно. Я бы здесь, наверное, жил... Нет, вряд ли. Я бы здесь не жил, я отсюда уехал бы, если бы... Right, that's the terminal there. Вот терминал. Do hurry, though. Торопись. Слышь, ты меня еще торопить будешь, вы где там? Вот они. А чё это у нас, подожди. Сейчас, терминал ваш подождет. Есть квартира необузнанная. Неопробанная квартира. Погоди, я могу маской? Ха, прикольно. А это что такое? Это... курево. Курево не одобряю. Сигареты — это плохо, народ. Сигареты не респект. Это что? О, это кола. Тоже, наверное. Ну, вообще, наверное, кола — это хорошо. Это открывается? О, хорош. Но это нам надо. Это, наверное, здесь нам понадобится. Вот там нам понадобится. Туда и кинем. Если это туда кинем. Так, главное не забыть, что оно там стоит. Тут что? А сейчас тут хэдкраб. Так, о, здорово, я тебя ждал. Так, вот эту штуку мне нужна. Слышь, дай я вытащу. Иди отсюда. Хорошо. И что это такое? У меня аж глаза вырубились от этого. А? Что это? А? О, вот это мне интересно. Что это? О! Ну я тебе говорю, все, я патронных дел мастер. Просто патронов у меня миллиардыщенский. Миллиардыщенский у меня патронов. Так, мне это, наверное, пригодится, я не знаю. Тут подожди. А что это у нас тут? А? Кто что сказал? О-о-о! Ну это туда сейчас надо будет идти. Ебать, что за крепота пошла? Алло! Алло! Это что такое поехало? Что написано? Подпишись. На кого? На Винди. Ну ладно. Я не просил, это они попросили. Как мне это вообще работает? А, сюда надо ставить. Не? Сюда надо потянуть? Подожди, как это работает, Фин? Он мне сказал, типа, давай поторапливайся. Я прав... А, все, я понял. Все, я понял, не дела. Поехали. Что такое? О, ничего себе. Вот это испытание, прикинь. Вот это сложно. Вообще, наверное, никто не сможет такое сделать так быстро. Наверное, никто вообще. Человек — это просто невозможно. Человек — это невозможно. Ой, а как я это разгадал? Я не знаю. Так, что это? Че? А, кнопочки нажимать? А, вот. Вспомнил. Тихо, взяли. Открыли. Сюда надо, говорит, вот эту хрень вставить. Хрень вставили, я отмечу, да, разглядываю. Так, теперь, а, вот эти вот лучи надо все собрать. Но это не трудно. Лучи это хорошо, лучи это я умею. Лучи это да. Где-то вот тут вот он должен быть. Ну, луч, ты где-то? Подожди. Луч, ты где? Где-то... А, вот он. Тихо, руки! Спокойно, вот. Все, готово. А, то есть здесь даже нету нужной вещи мне. Давай пока вот это все настроим. Так, нам с тобой, в общем, нужно найти одну эту штуку. Вот эту хрень мне надо найти, поставить, чтобы все работало. Maybe it's missing a piece. Возможно, здесь что-то не хватает. Возможно. Очень глубокая мысль, друг мой.
Очень глубокая. О! И мне нравится, как здесь везде кто-то бухает просто. Везде кто-то что-то выпивает. Ах, хорошо. Так, поехали. О, патроны. Откуда я сейчас достал? Не знаю, но у меня патронов уже много, кстати. Патронов у меня уже много. Я вижу, там что-то есть. Там... Ага. Дядя, тихо. Да это не дробаш. Да, я говорю, не дробаш. Где моя рука вообще? Ты видел, ты где там? Ты где там? Да чё я постоянно от тебя отворачиваюсь, я не понимаю. Ты где там, вот он. Так, повернулись, вот так. Ох, какая легкая, кстати. Патроны есть? Ой. Блять, ну ты дурачок или куда-то? Тихо, 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 это бронированный! А где у тебя? А где у тебя дыра? А где у тебя дыра? Куда тебе стрелять? А, спокойнее. Я не понял. Ладно, не важно. А чё? Куда? А куда в тебя стрелять? Я не вижу у тебя никаких дыр. Видимо, в него просто вот так вот надо стрелять. Потому что иначе оно... Обычно у них есть какие-то вещи. А вещей нет. Ха-ха, какой-то противный-то, сука. Ненавижу тебя. О, о! Да ну ты какой-то краб, а? Видал? Ха-ха! Вот это вы мне написали. Да что такое опять я от вас отвернулся? Это ты мне написал. Ты мне написал о том, что здесь можно что-то взять. Что можно как крабов ловить. Телевили, тролливали. Так, это открыто-закрыто. Это о, найс. А тут у нас что? Тут ничего полезного, я понял. Ну пошли тогда что. А почему не работает мой фонарь? Он же света, мать его, чувствительный. Что-то он как не чувствует света, по-моему. Обманывают. Обманывают меня, говорили, что свет чувствует. И на самом деле, я тупая. Ты. Будут звонить в поддержку, будут жаловаться. Окей, no worry. But the train is coming. Поезд уже не идет. You're doing great. Okay, now just re-engage the system. Is this supposed to work? It's the opposite of what it's supposed to do, Alex. What do I need to do right now? Ah, well, don't panic. Stop panicking, it's just fast. Yes, but I am. We need to find another way to stop this train. Well, start looking. We don't have much time. 10 seconds, Alex. Okay, just throw the switch there. 5 seconds. Очень активно все осматривал. Я заранее знал, как все происходит и что надо делать. Ой, да ладно, опять присаживаться. А мне сюда залезть надо? Хорошо. Обыщи вагон. Просто перевози заключен. Должен быть пришуковой поезд. We need to find out. Нам нужно найти отца. Yeah, no, I've just never seen those before. Просто я таких раньше не видел. О! Ты знаешь, кто это? Это советник. Я знаком с ним. Прикинь. Да. Так, а у тебя ничего нет, кстати? Есть! Смотри-ка, есть! Ля! Ля! Жопа с ножками, ладно, пошли! Ладно, пошли, ладно, погнали, ладно, поехали, ладно, побежали. А тут тоже что-то есть, наверное. А там что есть? Ну ладно. Тут тоже что-то есть, я уверен. Здорово! Да не двигайся, тихо, 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 тихо. Вот. О, я вот. Писа, превьюшка. Превьюшка нормальная. Отличная превьюшка, мне кажется. Мне кажется, отличная превьюшка. Не знаю, на самом деле. Так, там что-то было. Нет? Там что-то мелькнуло. Ой. Ой. Мне
Меня напрягает эти штуки. That's your dad's prisoner pod. Вот и капсула. Oh my god. Господи. Где папа? Dad? Папа? Dad? Папа. Ой. Dad! I'm over here, honey. Я здесь, милая. I need help, hurry. Помоги скорее. Okay. Okay. I'm gonna reach out and pull you up. It's gonna be okay. Все будет хорошо. You ready? I'm good. Give me your hand. Давай руку. Ебать! Давай руку. Пока, пап! Пока! Подожди, она так и задумала? Что? Алекс Вэнс, я пришел, чтобы спасти тебя. Не, нихуя. Стоп, а ты ж меня не здесь сохранил, да? Я надеюсь. Я очень надеюсь, что ты меня не здесь сохранил. Очень надеюсь. Потому что иначе это будет бесконечный поток падений и вставаний. Дэд? Папа? Дэд? Ой, хорош, нормально все. Все хорошо, не ссать, не паниковать. Дэд! I'm over here, honey. Okay, I'm gonna reach out and pull you up. It's gonna be okay. You ready? Yeah. I'm good. Give me your hand. Давай. Давай. Я не могу дальше. Давай. Oh my god. Здоровье. Ебать, вот тут это хорош. Alex Vance. Красава. I come to help. Я пришел помочь. As I said, I... Как и говорил. Thank you. Спасибо. Thank you. Just stay there. I'm gonna figure out how to get over here. Я скоро приду. Нет, Alex, listen. Послушай. The thing was when I found то, что мы сразу вам нашли, это какое-то супероружие. A super weapon? Супер оружие. Что-то очень важное. They got it here in the QC and some kind of vault. Здесь. But they're about to move it. Where? I don't know, but it's gonna be soon. Then we gotta steal it before they do. Нам надо его угнать. And look, look. И смотри. I managed to park the combine data pod. If I can decrypt it, we can figure out how to use their weapon against them. So what's the plan? You head to the vault. I'll take this thing back to Russia and get to work. Wait, where is the vault? Dad, where's the vault? Look to the northern star. Yes, look to the star. Got it. Dad? It's right in the middle of the QZ, and it's big. Get above ground and see what you can find. Поднимись на лучшую крышу. Я буду сокусываться у Уэйвайл. And ensure his safety. Молодцы. Great. Thank you. А что насчет меня? Dad, I'm gonna go find this vault. Пап, я найду бункер. Stay safe, baby. I love you. I love you too. Я тебя тоже люблю, Bob. Love you too. Thank you. Спасибо. Мне только что признался в любви в Артигон. Звучит приятненько. Алло? Алло? Алло, Bob. Охереть. Hey, Russ. Russ. Keep an eye out for Dad, okay? Держись с мобилизацией, хорошо? I'll let you know if he gets here. When? Когда он доберется, я за ним послежу. Но это прекрасно. Так, вы там где? Вы тут. Хорошо, я вот так вот повернусь. Смотри, страдаю ради тебя. Страдаю ради тебя. У меня голова кружится просто от этой темы. Че это такое? Ух ты. Ух ты. Как это работает? Подожди. Подожди, что? Так, ну типа зеленое с зеленым, да? Зеленое с зеленым. Желтое с желтым. Красное с красным. А вот это вот с этим. И... да? Оно? Хорош! Угадал, разгадал, взломал. Там ничего нет, почему? А в этих вообще ничего нет. А, есть только в тех, которые подсвечены, да? А вот в тех, которых нет. Ну я их начал просто ломать, раз я сломал один, то что делать? Надо ломать все. Вдруг в одном из них все что-то было бы, да? Ну да, в них ничего в результате не было, но кто его знает? Бочка, иди проверь. Там все нормально. Все нормально. Окей, прекрасно. Так, ты где там? Вот он ты. Отлично. Пошли. Пойдем. Сиди. Сиди и не выебывайся. Понятно. О, подгрузка. Ну, нормально так, слушай. Помогли бате. Хорошо нам Вартигон спас нас. Прям вот вообще Вартигон. Мужчина хороший. Прям молодец. Без Вартигон-то я не знаю, что бы мы делали. На самом деле, я знаю, что бы я делал. Я бы падал. В первый раз я это прекрасно показал. С этим я хорошо справляюсь. Супер оружие. Это не про меня. Это you know, не про меня.
Знаешь, не без проблем, конечно, нам удалось вернуть отца. Did you get dad back? Да. Yeah. What? That's probably gonna draw some attention. Скорее всего, это привлечет некоторое внимание. Probably, actually. It's definitely даже не скорее всего, а прям точно привлечет внимание. Look, they're looking for you now. Okay, короче, будь осторожен, окей? Окей, осторожность — мое второе имя. Сразу после борьбы или какой-то у меня войны, битвы. Здоров, ребят! Как у вас дела? Как ваше настроение? Дай его, знаешь, если мы заполучим это оружие, yeah. то все будет хорошо. Look, I know we've only been working Слушай, я знаю, что мы только несколько часов работаем. I want you to know, я хочу, чтобы I'm ты это знала. Yeah, you're under a lot of pressure here. Wow. Тебе очень тяжело. So much pressure, in fact, that I... Well, I hesitate to even bring it up, but I did notice that when you reached out for your father's hand, had he actually grabbed it, his grip would have crushed all the delicate senses in the Russells. Totally understandable, and would have been worth it, by the way, in this case. Right. Having said that, I have a hard time imagining another situation where that would have been the case. And much like your father, the Russells are priceless. Okay, so just, you know, moving forward. Он, короче, говорит о том, что, типа... I promise, your gloves... Я обещаю, твои перчатки со мной в безопасности. Учитывая, что в Half-Life 2 этих перчаток нету, вряд ли они с собой в безопасности. А вообще, как бы это... он говорит о том, что, типа, тире-вили-тролли-вали, вы перчатки мне разъебали. Если бы вы поймали отца. А раз вы не поймали отца, то он говорит, вы молодцы. Так, ладно, давай, наверное, поменяй. Вот эта штука мне не особо нужна. Она всегда находится прямо возле лечилки, поэтому... Поэтому я не знаю, зачем она мне. Она мне реально не нужна. Что? Не понял. Куда она вдруг делась? А, вот она. Вот когда не надо, я попадаю четко, ты видел? А когда надо, я всегда мажу. Я не знаю, как это работает. Там залезть не надо. Туда пройти? А, подожди-ка. Подожди-ка, да? Мне надо так сделать. О, ничего себе! Слушай, я постоянно не привыкаю к тому, что здесь, оказывается, можно вот так вот прыгать. Прям вот так вот берешь, перепрыгиваешь. Где мой обещанный свет? Он сломался? Алло, тут явно темно. Туда явно надо. О, все это ограниченный доступ. Рассел, а карточки у тебя нету? Это как бы у нас все умеет. Ой, ой. Тихо. Давай. Хотя давай попробуем по-другому. Ну давай, прыгай. Ну что ты? Ну ты вообще даешь. А ну подожди. Да ты тварь! Не, подожди. Да ты охреневшая тварь! Почему я бы тебе не попал? Спокойно. Вот, все. Тупое животное. Вершина эволюции, бич. О, мое. Алло? Наверное, не отвечает. Занято. Так, тут у нас ничего. Что это за книга? Опять сухой завтрак. Уйди. Ау! Вершина эволюции. Как я и говорил. Опа. Чуть-чуть. А чё это? Нет, съедено уже все. Добрин, все съедено. Ну так неинтересно. Ну так вот, я так не играю, слушай. Я так не играю. Ебать, что это было? Ладно, что-то ко мне прилетело. Прекрасно. Блин, как жарко. Здорово. Чё делаешь? Отвисаешь, да? Тебе хорошо? Ой. Что ты себе позволяешь? Я, между прочим, уважающая себя женщина. Не надо меня мацать. Вот карточка. А это, наверное, другая карточка, да? Но я знаю, что она по цветам не работает, но просто я на всякий случай. А вдруг? Чё, подожди. А, иди наверх, чтобы получить доступ. Окей. Пойду. А я возьму и пойду, слушай. А это открывается? Нет, не открывается. Очень жаль. Храните припасы в кармашках перчатки. Да у меня все перчатки заняты. А может мне надо будет еще потом? Блин, ну вообще не уверен. Может быть мне надо будет. Давай, наверное, вот это вот уберу. Выкину. Оно мне нафиг не нужно пока что. Здорово. Опять ты! Ну сколько можно? Ну серьезно. Ну сколько можно? Надо. Тихо.
Ага, нашел. Дальше. А ты почему тебе что, особенный, что ли? Не, ну бро. Сука! Гады! Да тихо. Да тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, 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 спокойно. Все плохо! Тихо. Стоп. Хорош. Гадина. Да ну ты достаешь меня. Oh, Dad said he stole some files about this weapon. Well, when it comes to combined data encryption, Eli's your guy. Oh. Systems, robotics, networks, I can make short work of those. Might as well be an alien language. Well, it is an alien language. Anyway, look, Eli's your guy. Но, блин, если даже Элай не распаковал эту штуку, он же Элай вначале сказал, типа, так и так, я не могу распаковать. Что происходит? Так и так, я не могу распаковать. Это значит, что все плохо, если даже Элай не смог. Это значит, что нам жопа. Правда? Правда. Очень большая правда. Так, что написано? UI, программа. Слушай, может быть, если это почитать, здесь что-то интересное будет. Но как бы я к тебе жопой, так что сочувствую. Так, ты где там? Вот. Хорошо. Что это? Нет, мне не надо. Так, тут у нас закрыто. А тут, ну что? Лифт. Приезжай. Терьям-терьяри, там терьям. Знаешь, как музыка в лифтах? Терьям-терьяри, там терьям-терьям-терьяри, там терьям-терьям-терьяри, там терьям-терьям-терьям. Пам-пам. Ну, если бы там кто-нибудь стоял, то так бы было. Я бы на самом деле в такой лифт не заходил. Прям вот вообще. Куда мне надо? Сюда? Нет. Сюда? Куда мне надо? Я нажал на нижний лифт, этаж, поехал на верхний. Ну, значит, таков путь. Значит, таков путь. Почему у меня постоянно пропадает процесс? О! Плохие звуки. Плохие звуки! Блядь, эта штука как улыбается. Так, ну что? А можно свет? Вот, ну, мне бы не помешал. Прям вот очень бы не помешал свет. Потому что я ничего не вижу. Я не знаю, как ты. Приборчик. Но я ничего не... Ебаный приборчик, дай мне свет! Там надо мной ходит какая-то херня. Патронов, кстати говоря, мало. Надо быть готовым к тому, что жопа придет. Жопа к нам приходит. Ах ты, бляха, они сейчас сверху падут. Я тебе говорю, сейчас сверху падут. Как-нибудь надо, знаешь, прыгнуть так делать. Видишь прицела? Нет. Нужно как-то правильно это делать. Я не очень покупаю как. Типа вот, хоп, и вот прицел есть. Хоп, и вот прицела нет. Хоп, и вот прицел есть. То есть нужно немножечко под углом, чтобы прицел был. Блин, у меня рука трясется. То есть надо немножечко под углом, и прицел будет. Но он не всегда все равно есть. Ладно. Неважно. Мне нужно еще приучаться. Оооо. Ля, красиво. Посмотри в окно. Еба. Значит, вот он будет. Нам туда и надо. Your dad didn't mention it was floating. So even if we make it there, we still have to get up to it. Oh, the cable! Look at all the cables attached to it. All we have to do is follow them. And break whatever's at the other end. And down comes the vault. Simple. Если мы сломаем там, все сломается. Yeah, I like the plan. Мне нравится. Мне тоже нравится. Ладно, еще б, сука, ты сам пошел. Ой, я с тебя. That's a lot of cables. Как много кабелей. Так, где? Это прям собачий рынок. Там тоже много кабелей. Ага. Смешно. Так, это что так открывается? Ах ты, сука. Добрый вечер. Я к вам зашел, чтобы сказать, что вам всем жопа. Что это? Это... О, карточка. Ну, это мне надо. Зеленая, наверное, уже не нужна, раз есть синяя. Все, я написал, чтобы ты подписался. Иди сюда. Шо, хватит. Да, не надо меня фоткать, просто иди сюда. Так, что у нас еще тут есть интересненького? О, у меня уже нюх. Нюх на смолу. Сколько смолы, кстати, интересно? Вот там миллион просто. Миллионы смолы, тысячи квадратов смоляных у меня лежит в углу. Так, еба. Ребята, тут никого нет. Я очень надеюсь. Моя любимая. Так. А ну иди сюда.
А что это у нас тут? А, нагибаться приходится. Вы что, гоните? Нагибаться. Так, ну тут вроде у нас уже ничегосеньки. Ну и отлично, погнали. Так, где? Да, что я от тебя постоянно отворачиваюсь? Я вот прям четко отворачиваюсь от тебя. Нам, наверное, назад не надо, но... Точнее, надо. А вообще-то правда, нам надо назад. Нам надо назад. Ах, как моя голова с ума сходит от этого. Я, наверное, не буду этого делать, потому что моя голова реально от этого с ума сходит. Моя голова реально с ума сходит. Так, мне надо вот так. Мне же назад, да? Но я типа нашел карточку. Это же сильная карточка, правильно? Электронная карта пропуск. Обслуживание. Ну да, наверное, туда мне и надо. Ну пошли. Ебать, бригада пришла! Расход, сука! Кого-то убьет. Готов. Сколько патронов? Готово. Достаточно. Скажите мне! Мала сука! Дебил конченый ты. Have you heard any combine chatter about dad escaping? No, nothing. It's all about sending reinforcements into the quarantine zone. On the plus side, that means dad is still on his way back to you. Значит, что все еще идет к тебе. Если бы мы узнали, что они снова поймали, мы бы не узнали. А с другой стороны, попасть в бункер больше не станет. Короче, они все возвращаются ко мне. Они все идут обратно сюда. Но меня это не волнует. Хотя нет, ладно, вру, волнует. Даже очень. Потому что я не умею стрелять. Я ученый, в конце концов, а не стрелок. Хотя, Алис, наверное, еще тот ученый. Алло. Подожди. Алло. На помощь. На помощь. Мне нужна помощь. Тогда ладно. Берем. Возьмем на всякий случай. Я не знаю, вдруг понадобится. О, барнасук. Гранат. Гранаты. The total waste of grenade. Worth it. Agreed. Интересно, интересно. Еще гранаты. А не могу их как-нибудь себе сюда? Нет, я могу их только кидать. Ну тогда их сразу буду кидать, как бы смысл-то. Смысл-то. О, нет. Ну ладно. А, оно так не бьет. Оно обязательно должно быть поймано. Не, вообще-то мне нужно. Вообще-то мне, наверное... Да хотя нет, я оставлю, знаешь. Мне жалко. Давай, наверное, вот так вот. Блин, жирненький, слушай. Да, вот, я правильно подумал. Если он жирненький, то его, короче говоря, труднее достать. Да достань, не достает. Ты офигел, что сколько у тебя патронов? Я на него потратил просто миллион патронов. Так, вот я сейчас туда упаду, и у меня цепанет, да? А я сделал так. Ага! Big fucking brain. Жри кирпич. Не, подожди. А что-нибудь можно? Что-нибудь, какой-нибудь вкус. А, пойдет. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ля, где мы вообще-то? Страшно. Страшно. Ребят, я иду к вам. Я иду к вам. Берегитесь. Вам пиздос. О-о-о. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Смотри. Heads up, zombie. Out. Иди посмотри, что это как. А, они не умирают, если не попадать при ним прям впритык. Не очень удобно. Ага, а вот теперь точно умрет. Я не знаю, ребят, если как-то вот вы думаете, что я гранаты неправильно использую, то ну не волнуйтесь. Не волнуйтесь, нам гранаты еще миллионы будут. Нам гранаты еще тысячи будут, нам дают просто кушать. Никаких проблем в этом нет. Я могу по нему отсюда пострелять, но не хочу патроны тратить. О, ну я же тебе говорил, гранат еще будет, да, фигерево? Лови. Не убьет, наверное. Хорошо. Ой, хорошо. Вот это вот залетело. Вот это вот залетело. Так, давай. Давай. Деда. Приятного аппетита. С Новым годом, с днем рождения! Так, где еще? Че такое? Там что-то лежит. Эту гранату, наверное, спрячу. Она не помешает. Я уверен, что с комбайнерами еще будут проблемы.
Я уверен, что с комбайнерами нам еще придется тереться. Так, что это у нас тут? В смысле? А что, тут ничего нет? А почему? А почему у нас ничего нет? Опять персонал авторизованный. Но тут уже синей карточки нету. Блин, если бы тут нужна была синяя карточка, то это было бы тоскливо, на самом деле. Даже очень. Так. Ну, мне это надо, видимо, сюда идти. Ладно, пошли. О, нет, тут уже как бы прыжок. Нет. Если там что-то было, то не ссы. Не важно. О, а вот что есть? Да ну ты, гадина. А ты взорвешь? Не, ля, ему не понравилось. Прикинь. Ему не понравилась граната. Да ну да ты достал. Ну вот, вы же уже проверяли, тебе не понравилось. Сплёвывай. Сплёвывай. Я тебе говорю, сплёвывай. Не понравилось. Вот, все нормально. Теперь берем бутылку и даем. Приятного аппетита! Как же это прекрасно! Обожаю мать его гранаты. О, это мне надо. Пошла! В смысле? А нет, там есть. Там есть то, что мне надо. А то я уж думал, прикинь, там ничего нету. Откройте дверь! А! О, бля, прилипло. Ничего себе. Клей, наверное, там был. Так, тихо. Провод. Хватит меня ловить, провод. Я тебе не рыба. А это тебе не сети. И это вообще, сука, на рыбалка. Так, ну мы тут со всеми разобрались, но если что, у меня еще есть граната. Не со всеми разобрались. Он как-то быстрее прыгнул, ты видел? Ну как я по нему четко-то сейчас? О! О! Как я по нему четко? Прям па-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 
Тут у меня какие-то штуки. Что такое? Опять запоминает провода, да? Нет, что происходит? Не понял. А куда мне это? Тут у нас, короче... Ничего себе. Короче, у нас есть здесь кнопочки. Красные разные. И надо по ним не попадать. Вот это да, вот это да. Так, нормально. Блин, у меня что-то немножечко голова покруживается на самом деле. Как-то я отвык. Ебал тут гранат, кстати. Слышь, бро, а не хочешь двери как-нибудь открыть? Я бы как-нибудь к тебе зашел. Открыто? Открыто. Добрый вечер. Ну и идти-то хватит. Ну слушай. Ну вон, я ж вижу. А давай попробуем вот так вот сделать. Вот так, полегонечку просто. Ну вот так. Ты прикинь, какая непробиваемая дверь. Слышь, иди сюда. Иди сюда. Ну давай, иди сюда, я тебе говорю. Не, возможно, это более быстрый путь какой-нибудь. Возможно, это более быстрый путь. Пошли, вооружимся гранатами и погнали. Так, откуда я пришел вообще? И куда я иду? И чего я хочу добиться в этой жизни? Че это такое? Ну это какая-то штука. Ее, возможно, можно... А, нет, ее нельзя активировать. Да, мы это пробовали. Мы это пробовали. Так, а тут, кстати. Вот это вот, наверное, можно активировать. Мне кажется, так, прям четко. Нет, нельзя. Зато туда вообще-то можно кинуть гранату. Если прям хочется, то это можно. Ну ладно, пойдем сначала обратно. Пойдем сначала туда сходим, посмотрим, что там у нас. Потому что, ну мне кажется, там что-то тоже есть. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Хе-хе-хе-хе. Граната это хорошо. Ух ты. Я понял. Это я вернулся обратно, да? Ты вернулся обратно. Тут еще чуть есть. Что-то я прям и вспотел. И все на свете. И все на свете и прям разом. Нет, значит, мне надо что-то там делать. Мне надо что-то делать здесь. Только что? Не, ну подожди. Здесь не просто так находится вот этот вот сундучок. Давай попробую. Просто ради интереса. Вдруг что-нибудь произойдет интересно. Нет, ничего интересного не произошло. Не понял, а откуда куда идут провода? Ты не можешь что-то спрятать? Нет. Ладно, давай сначала сюда это положу. Зачем мне это? Что мне вот за него делать? Ну я могу, да. Я могу. Мне, наверное, надо вот так поставить, да? Там сверху дыра есть. Вот так поставить.
Вот так поставить? Пошли со мной. Зорь, вот место. Красой булки. Вот так поставить. Так, так. И вот туда перепрыгнуть. Нет? В смысле? Ну оно ж так можно. Ну оно ж так можно, я тут могу пролезть. Вот тут вот. А, тут невидимая стена. Ну иди, сковатик, ну как это так? В смысле невидимая стена? Чё он тут забыл? Слушай, а сколько мы уже снимаем? Мне интересно. Нихуя. Чё-то долго. Ладно, ребят, пока что на этом все. Ой, тихо. Пока что на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Мы с тобой увидимся уже в следующей серии. А я пока немножечко разберусь, что тут вообще делать. Ладно, всем пока. Пока. До скорого. Удачи.